Всем привет! Конечно, каждый из вас слышал народную мудрость, что у кошки 9 жизней. Всем это известно, но никто даже не может предположить, откуда взялось данное поверье. Неужели это просто чья-то шутка? И почему же у кошек 9 жизней, а не какое-то другое число? На самом деле объяснение очень простое. Как всем известно, кошки имеют необычайную форму и строение глаз, которая позволяет их органам светиться в темноте. Благодаря этому кошек издавна считали животными ведьм. Кошкам припомнили, что у них меняется размер зрачка, что они спокойно могут видеть в темноте, где человек практически ничего не видит. Все это и послужило основанием полагать, что кошка – это исчадие ада, воплощение нечистой силы. А так как издавна существовало поверье, что ведьма может превращаться в кошку только 9 раз в жизни, появилось и народное поверье, что у кошки 9 жизней. Но с чем это связано? Несомненно, с необычайной живучестью кошек. Это, кстати, ученые тоже нашли совершенно нормальное биологическое объяснение. Оказывается, что мурлыканье кошки порождает некие волны, которые позволяют клеткам регенерироваться, восстанавливаться с необычайной скоростью. Вот поэтому и считается, что у кошки 9 жизней.